OMTV.ua, про найголовніше. Підпишіться і не пропускайте нові відео. Обов'язково пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми сильні, коли об'єднані. Я завжди вважаю, що русский человек в широком смысле этого слова, в том смысле, в котором и я русский человек. Русский человек – самые разные национальности, даже разного вероисповедания. Он все равно остается русским человеком. И где бы он ни жил, он вместе с собой и со своей землей вдруг вступает в это удивительное состояние, когда чувствует, что пора собираться. Будучи армянкой, все-таки русский человек. Русский человек, нормальный русский человек, понимаете? Нормальный русский человек за границей жить долго не может. Я это пробовала. Это у нас не получается. Мы другие. Или мы ненормальный русский человек. Вот тот, кто может, ну, это, как правило, человек, у которого нет вот этой привязки к России, нет этого чувства Родины, нет понимания ее. Тоже я никого не осуждаю. Вопросов нет. Но, как правило, русский человек, живя там, он как в туфлях все время, которые жмут, понимаете? Очень красивые, может быть, туфли, очень модные, потрясающие, чистые, вообще новые, бренд какой-нибудь. Но, зараза, они жмут, и вот что-то в них не так, и ты так и мечтаешь, когда же ты уже их снимешь и просто обуешь свои старые, затоптанные, заштопанные, может, даже не очень свежие тапочки. И в этих тапочках родных как тебе хорошо. Она знает, о чем говорит. Может ли Симонян говорить от лица России и вообще русских? Является Симонян русской? И вот как выясняется, да. Еще как, между прочим, является. Несомненно, является, как и Соловьев, как и всякие там какие-то карданы, гаспаряны, канделаки, и вообще все армяне, евреи, башкиры, буряты, все, и те, что стреляли в затылки в Буче, и те, что из экранов всаживают пенсионеркам в лбы одну пропагандистскую пулю за другой. Это все русские. Причем подлинные и эталонные русские. Дело в том, что война разъяснила популярно. Она рассказала, что русский – это не национальность и не некий этнос. Это не этнос, это идеология, это секта. На сегодняшний день она отличается от Аум-Сенрика, например, только численностью. Это огромная секта. Кровожадная, упертая, одержимая бредовыми идеями, манией убийств, бомбежек, манией преследований и при этом распираемая еще и манией величия. В этом смысле все яркие носители этой идеологии, безусловно, русские. И вы уже делаете сами выбор, принадлежать к этой секте или не принадлежать. Мы не понимаем истинных размеров секты, но жизнь в России полностью подверстана под ее цели и под ее потребности. Не знаем. Ибо у социологии давно, значит, выколоты глазки, а ее высушенными в микроволновке ушками социология закусывает по утрам Медведев. Да уже и не важно, сколько там протестантов, прекрасных людей, прячутся по щелям, погоды они все равно не делают. Еще недавно делали ставки, оставались кое-какие иллюзии о народе. За этот миф о народе все цеплялись очень долго, гипнотизируя себя глупейшими, как выяснилось, надеждами. Надеждами на мужество и благородство народа, на то, что он проснется и скажет свое слово. Нет. И вновь продолжается цирк. Мамочки и жены, и дочки мобиков опять униженно ноют про мясо, имея в виду угнанных и уехавших на войну мужей. Странно, вот до них так ничего не дошло за год, и уже понятно, что не дойдет никогда. Мамочки и женушки мобиков собираются такой толпишкой компактной, в присядку пока не пляшут, но слезы усердно вытирают, и это эпидемия нытья во всех без исключения регионах. Причем этот пикантный театр играется действительно вот от финских холодных скал до пламенной Тавриды. Везде по всей стране собираются жалобные дамские стайки и молят Путина. Да.
Смысл этих ламентаций сводится к тому, очень смешно. Они посылали убивать и насиловать, а бедняжки, которых послали, чахнут в холодной грязи без сменных трусов и носочков. И убивать, насиловать им некомфортно. Посмотрите, я вот в телеграм-канале из множества видео подобного рода выбрал и выложил на канале, правда, всего одно, но очень сочное. Иллюзия о народе растворяется сразу. Мамочки и жены мобиков опять униженно ноют про мясо. Они не понимают, что для их детей и мужей никакой другой роли в этой войне нет и никогда не будет. Только мясо. Пора бы это понять и смешные причитания прекратить. Ведь что такое война? Войну надо кормить трупами, иначе она сдохнет от голода. А вместе с ней сдохнет Путин и его режим. А мобики – это отличный корм. Они съедобны в любом виде. Хоть в носочках, хоть без носочков, хоть в касочках, хоть в кепочках. Война их там наворачивает тысячами и чавкает. Мамочки же, они все причитают про условия и про подготовку. Вот ведь какие глупенькие-то. Они не хотят вникнуть в стратегию Путина и Генштаба. Они не понимают важный военно-политический, можно сказать, нюанс. А режим-то давно сообразил, что глупо тратиться на носочки мобикам. Как на мясокомбинате, никто не будет терять время на завивку и копытный маникюр назначенных на бойню овец. Сойдет и так, да? Так и мобики. Свою роль корма для войны они выполнят абсолютно в любом виде. А ничего другого родине от них и не надо. Только съедобность. Исключительно. Ведь что такое жизнь мобика, да? Каждая жизнь – это песчинка в песочных часах, отмеряющих время Путина. Он жадно вглядывается в стекляшки часов и подсыпает сверху еще и еще песочка, чтобы быть вечным настолько, насколько позволит мобилизационный ресурс. Все правильно. Чтобы убить 1000 человек, требуется примерно сутки. Много патронов, много снарядов. Идет откровенный расход. Сознательное и безостановочное трупирование своих ресурсов в надежде на чудо. Чтобы оттянуть время конца, а там, глядишь, и действительно чудо какое-нибудь взовьется над горизонтом стяги, идущей на помощь России, Мьянмы, Зимбабве. Подтянется Иран, придет помощь от братьев-талибов. Конечно, в интонациях хнычущих про мясо дам чувствуется то, что они переживают и испытывают некоторые лишения интимного характера. Извините, тут шубу и ладу надо заслужить. Ничто не дается совсем уж даром. Сегодня 28 июня. Вот остатки перед вами бригады «Шторм», точнее, роты. Изначально у нас было 150 человек, мы прибыли в зону СВО. После ожесточительных боев, после всего, что мы увидели, вот остатки пацанов, что остались. Среди нас 2 200-х. Нас сегодня привезли с передовой вот в эти апартаменты. Все в интернете видели это видео, это место. Здесь полковник ФСБ угрожал мобилизованным, которые отказались. Здесь полковник ФСБ угрожал мобилизованным. Мы «Шторм» как бы. И сейчас мы здесь отдохнули ровно 3 часа после дороги с передка. Где? На передке, где мы были. Нам не поставлялось БК. Нам не поставлялись ни вода, ни продукты питания. Не вывозились 300-е. До сих пор там гниют 200-е. Их никто просто не забирает. Потерь в вооруженных силах России нет. Отдаются ужасные приказы, которые, в принципе, даже не стоило бы выполнять. Вообще, мы вообще считаем, что нас просто обнуляют.
Вот это лично вот мое мнение, мнение пацанов, у нас просто, у нас вот было 150 карандашей. Да, вот он, вот наш остаток из 150. 3 месяца мы служим, нам ни разу не заплатили зарплату. Это триумф русского оружия, это триумф русской армии, это возрождение России. Сейчас к нам приехали и сказали, пацаны, надо ехать в приют, наверное, передок опять, в мясорубку, где мы уже были. Опять и мы от этого не вернемся. Суть никогда. Этого обращения такова. Мы, записав это обращение, разошлем их и это обращение своим родственникам. После чего мы отказываемся дальше идти выполнять боевые задачи по вот этим по ряду причин, которые мы обратились в обращении. И сдаемся в руки ВП. Пусть, если кто-то из нас, из этого остатка, фамилии мы позже перечислим, кто-то погибнет, они погибли не на передовых, просто обнулили. Кто-то может там, я не знаю, за что, но мы вот они стоим, вот они, мы с передка, все ребята здесь. Если даже кто-то погибнет, он погибнет на передке, его просто застрелили свои. Все, всем доброго дня, слава России! Слава России! Слава России! Слава России! Слава России! Ура! Сами удары, которые Россия систематически наносит и будет наносить после каждой такой атаки, на Западе считают не только незаконными, не только жестокими, бесчеловечными, но и весьма прагматичными. Якобы таким образом хитрый Путин хочет продавить зерновую сделку, то есть заставить вторую сторону соблюдать Стамбульские договоренности.